И о спорте. В Махачкале стартовал пятый розыгрыш чемпионата Шамильского района по футболу. В спор за награды вступили 16 лучших команд муниципалитета. Турнир открывало яркое противостояние сборных Цикуба и Кахиба. Подробнее о центральном матче тура и о чемпионате в целом узнаем в материале нашего спортивного корреспондента Курбана Рагимова. Вратарские сейвы, взаимные атаки и обилие единоборств. Матч открытия Цикуб против Кахиба полностью оправдал свой статус. Действующие чемпионы лиги с первых секунд принялись за защиту титула. К середине тайма желтые уже вели со счетом 3-0. Но подарить очки принципиальным соперникам так просто кахибцы не могли. Они собрались и нашли в себе силы сократить отставание. После перерыва счет матча даже сравнялся, однако Цикуб усилиями своей главной ударной силы Исрапила Абдуллаева вновь вырвался вперед. Чтобы сравнять счет, у Кахиба не хватило ни сил, ни времени. Вот не все готовы, поэтому слишком быстро начали бегать, это все, и они тоже бегали, вот мы устали, чуть сил не хватило. А потом откуда появились силы? Ну, перерыв был, чуть отдохнули, собрались тоже мыслями и вот дожали все-таки эту игру. В прошлом году стали чемпионами и сейчас тоже планируем стать чемпионами. Потому что в Шамильском районе еще никто два раза кубок не брал, поэтому наша задача стоит еще раз кубок взять. В такой же острой и конкурентной борьбе проходят почти все игры первого круга. Опасные моменты и голы сопровождаются бурными овациями. Поддержать команды пришли сотни болельщиков. К организации турнира здесь подошли со всей ответственностью. У команд единая форма, матчи транслируют в прямом эфире, обслуживают встречи судьи республиканской категории. В этом году у нас в премьер-лиге участвует 16 команд, а в первой лиге участвует 11 команд. В принципе, как и в прошлом году, да? Конечно, хочется куда-то расти, да, но с первым делом, я думаю, нужно оказать организацию, да. Если есть организация хорошего уровня, то и команда тоже у нас будет расти, да, соответственно, да. В этом году у нас чемпион Шамильского района по мини-футболу приурочен памяти имама Шамиля. И поэтому очень постараемся провести данный чемпионат на достойном уровне, какой был достойный имам Шамиль. Да? На открытии организаторы и гости напомнили футболистам о личности имама Шамиля и о роли великого ученого и полководца в истории страны гор. Чемпионат Шамильского района проводят уже пятый год подряд. За это время турнир стал не только спортивным праздником, но и удобной площадкой для знакомства и сплочения выходцев из разных сел. Когда мы только это все начинали, 3-4 года назад, бывали стычки, бывали драки, бывали нехорошие такие моменты. Но с каждым годом это все закончилось. Можно сказать, практически грубых отношений не осталось, чисто игровые отношения. И молодежь уже поняли, что это не победа главная, а именно отношения, между братские отношения, между селами, между молодежью. Матчи чемпионата будут проходить регулярно по воскресеньям. Команды сыграют по круговой системе. Тройка призеров определится весной следующего года. Курбан Рагимов, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.